Во многих школах города сегодня проходят научно-практические конференции. Ребята выступают исследователями в самых разных областях знаний. Кто-то изучает жизнедеятельность пиявок, кто-то сочиняет стихи, а кто-то строит Чебоксары будущего. Чтобы выяснить, какой, по мнению школьников, должна стать столица Чувашской республики к 2019 году, наша съемочная группа отправилась в первую гимназию. Горящие детские глаза и много, очень много деталей самых разных конструкторов. Вот что увидела наша камера в 3-м классе 1-й гимназии. Так увлеченно ребята строили Чебоксары будущего. Идея выяснить, каким хотят видеть свой город ребята, пришла к Ване Развину. Через 5 лет нашему городу исполнится 550 лет. И я решил заняться этим вопросом, каким будет наш город в будущем. Поэтому мы всем классом начали строить из Лего город будущего. Ваня провел опрос среди одноклассников и выяснил, чего не хватает родному городу, а также предложил друзьям построить Чебоксары будущего. Предложение с удовольствием поддержали. Главной целью данного проекта было приучить детей любить свой город, воспитать у них чувство и желание жить в этом городе, трудиться в этом городе, радоваться всем достопримечательностям и, конечно же, стараться приумножить все, чтобы нашим городом еще и любовались жители, приезжающие в нашу республику. В нашем городе будет много небоскребов. А еще много деревьев. Я хочу зоопарк. А я цирк. Вот аквапарк. Самое красивое место в нашем городе – это залив. Я хочу здесь жить. И я.